орков дали в награду. Данпил говорит, Миш, дай слот. Где ты был вообще? Мы так... Во-первых, лаги у хоста, ну, по крайней мере, у меня спайки проходят. Особенно в первой игре были жесткие. Тебя нет, анонс был. Короче, Данпил, это один из первых твоих таких крупных проколов. Куда я пошел Борусом, вообще не ясно. Ладно, давайте пытаться что-то сделать. Готов к краулам. Что тут сделаешь-то? За орков. Может быть, все-таки... Угу. Да, давай. Сделаю. Хедхантеров. Нужно запилим. Золото. Нужно готов золото. Краулам. Нужно золото. Да. Что надо, хозяин? Главное, Лео почти... Ну, то есть у него уже мейн закончился, снизу база только одна таскает. У меня запас 8 косарей. Понеслась. Дело сделано. Хорошо. Классная застройка дело вообще. Сделано. Шикарная просто застройка. Угу. Гоу Маскадоев. Без разведки. А вдруг там кто-то другой, кто-то несъедобный совсем. Чего хочешь? Вдруг там масс башен, а я с кадоями пойду, как второй дефенс. Угу. С удовольствием. Так. Готов к краулам. Хедхантеры, значит, да? Хедхантеры, это значит, что мы можем спокойно в кастера выйти. Т2, Т3 берсерки, но... Хорошо бы построить еще... Во-первых, запасы по лесу нужны хорошие, чтобы на все хватило. Кирваны трансляции не круто, пока-то... Что? Не пока-то... Твои... Готов к краву! Огонь, моя стихия! Дело сделано! Говори! Фаерлорд! Чё, я еще второй борол не построил. Чё, потому что решил его, видимо, не строить. Сейчас буду с двумя хэдхантерами ходить. Найс. Зул'джин будет отмщен. Давай множься уже, Вась. Дело сделано. Реально затыкал с этим с Борусом. Просто его не построил. Зул'джин будет отмщен. Сейчас буду реально с одним героем и с двумя хэдхантерами бегать. Из-за того, что прошлую игру, блин, вспоминал добрым словом. И... Куда пойдем? Спасибо за ЛС. Все, что пожелаете. Спасибо за пурч. Что прикажете? Солберн. Чего? Так и сделаем. Зул'джин будет отмечен. После магазина, который сейчас закреплю. Куда пойдем? Можно попробовать пойти действительно на мид. С большим количеством этих. Ну конечно, конечно, ребят, конечно. Что прикажете? Эти развалились. Зул'джин будет отмщен. Делаю грейд. Огонь, моя стихия. Кого убить? Жезл молнии. Пойдем? Не нужен. Выбирай с умом. Кого? Нет, это не ласт. А хотя я не знаю, сколько займет. Скорее всего, ласт. Зул'джин. Если сейчас быстро не убьют, то. Все, что пожелаю. Ласт. Так, какая-то тварь. Нифига себе. Что прикажете? Кого? Некем танковать. Куда пойдем? Чего? Вроде разобрались. Персинг танкует одни. Зул'джин будет отмщен. Что прикажете? Кого убить? Очень рискую, конечно. Что прикажете? Огонь,
Так, надо этого немножко отвести, а то ведь... Чего? Что прикажете? И хантеров тоже надо потихонечку отводить. Что прикажете? Убитых. Ну все. Куда пойдем? Кого убить? Уйду, не уйду. Не, нельзя на телепорт делать. Куда пойдем? Может, там справа перехватят. Кого убить? Уж лучше дома отличиться, поставить базу. Чего? Кстати, Боруса нет, еще одного. Да-да. На 50. Замазываюсь. Реген, замазываюсь. Чего? Убили хэдхантера, перехватили. Нет, Шреддера еще. Что тоже, конечно же, не хорошо. Тварь из недр пусть лучше. А, нет, вот, смотрите, он успел уйти. Кого убить? О, сейчас камень получит. Чивейл. Кого убить? Так и сюда пойдем. Шреддер есть, Шреддера нет. Чего? Чего? Ставлю базу. Что прикажете? Стенные колокольчики для хэдхантеров, это топич. Что прикажете? Девайс великолепный. Да. Не понял. Дело сделано. Я вот не понял этого финда сейчас. Он настоящий. Что это такое? Кого убить? Угу. Чего? Не понял. До сих пор не понял. Надо взять ТП, надо взять второго героя, надо взять Шреддера. Шреддера еще очень долго придется ждать. Вроде как нужно кастеров, вроде как нужно грейд на Т3. Вроде как... Да много чего нужно. Начнем с обычных вещей. ТП, например, да? Чего? Второй момент это... Даже не знаю, кого тут брать. Алхимик. Кольцо ему передаем. Вампиризм ему тоже передадим. Чего хочешь? Ни на что денег нет, к сожалению. Куда я сейчас могу попробовать при помощи... Чего? При помощи дракона и самонов убить своего соседа. Это маловероятно, я понимаю. Но... Это лучше, чем ничего. Делаю грейд на Т3. Смотрим, что здесь за сосед. Мудрость опять. Что прикажете? Ну, я... Кого убить? Заходим. Так, лучше по рабочим бить. Чего? Что прикажете? Чего? Менты пошли. Вот сейчас нужно просто долго, долго держаться. Кого убить? Чем дольше, тем лучше. То есть вызываем дракона там какого-нибудь. Чего? Куда пойдем? Тут должен множиться Элем, он может даже успеет это сделать. Тут сразу вышку убиваем. Вызываем еще одного товарища. Дальше вызываем Шреддера. Закрываем вопрос по лесу. Криво сейчас сделал все. Там форсир выходит. Куда пойдем? Телепорт пошел. Сюда на базу пойду. Что прикажете? Драконом попробую повоевать. Куда пойдем? Проходим так, проходим так. Давай-ка вот так вот сделаем. Совсем хумов не перевариваю, говорит он. ГГ. Отлично, ставочка на быстрое убийство соседа сработала. Но перед тем, как жестить... А чё жестить? Я не буду жестить. Я просто убью его и спокойно поставлю нычку. Возьму свободного рабочего, посмотрю, где это можно сделать. Скорее всего, вот здесь вот надо сделать. Так, после грейда обязательно третий герой. Обязательно. Кого убить? С рабочих поубивали. Размножаются элемы. Элемы вторые, элемы хорошие. Что я лучше прикажете? Пойду вот это вот убью. Вот эту базу.
Третью, четвертую базу надо делать из шкатулки. Сразу побегу сюда. Алхимик побежит за ботинками. После грейда что нужно? Ой, нужно много рабов, во-первых, потому что я бестиарий не сделал. Раз, два. И спиритложа тоже не сделал. Здесь базу пилим. Здесь делаем так, здесь делаем так. Сапоги откладываются, потому что бабла не хватает. Нужно сначала поставить, закупить базу. Отменяем двух рабочих. Делаем бестиарии. И тут копим 600. Копим 600. Необходимо сделать еще разведочку направо. Накопили 600. Не буду я арбу брать, потому что она будет снимать Soulburn. Кого убить? Сам виноват. Берсерки сейчас доделаются. Грейд на бетон бы хорошо, но леса немножко не хватает. Но это как раз дело поправимое. Шеддер быстро натаскивает. Чего? Очень быстро натаскивает. Да, давайте бетон сделаем. О, архмаг, кастеры сейчас зайдут. Даже сразу же ауру беру. Так, давай-ка три кастерницы запилим тогда. Что прикажете? О, это очень хорошо. Сейчас просто можно воспрять. Что надо, хозяин? Сюда лучше рабочих. Здесь чего вот так хочешь? Вот точку сбора еще четырех заказать. Куда пойдем? За ботинками бегим. И сюда за ботинками бегим. Что прикажете? Точку сбора поставили. Делаем грейды на кастеров сначала. Не торопимся, сейчас все равно я не смогу далеко уйти. Можно сделать грейд на Кадое. Потому что из лимита сейчас... Так, давай-ка так. Нужна моя помощь. Так, сейчас денежка пойдет. С трех, потом четырех баз. Сейчас пойдет. Дайте срок. Можно даже посидеть минутку, не выходя из лимита, делать пока грейды. Грейд на атаку, кстати, этим нужно сделать. И вот тут надо запилить, еще будет 4-6 вышек, потому что чего? Это очень ценные базы. И Фаерлорд, на самом деле, сейчас очень хорошо может зайти, если мы прокачаем АМ, и у него будет очень много, ну, хороший реген просто. Если зайдет, то шикарно. Тут не хватает рабов. Тут не хватает рабов. Тут надо сразу двух подстроить, чтобы не терять время. И тут, соответственно, двух подстроить. Сейчас пойдет бабло. Продолжаем делать грейды на кастеров. Без самих кастеров. Ай, все уже. Уже закончилось. Халява. Можно отказаться от хэдхантеров. Потому что у нас много самонов с пирсинг уроном. Хэдхантеры, ну, не очень необходимы. Исследование завершено. Так, вот 4 базы работают на 50 лимитом. Вот грейды делаются, доделываются. И, наверное, надо вот здесь будет вышки сейчас запилить. Тем более здесь рабочий лишний. Нужна древесина. Так, давай сделаем вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Сделаю. И потом барак сейчас. Фигак так. Не, зачем? Используй его застройку. Использую застройку Хумана. Мой юный подаван. Сделаю. И будет тебе счастье. Ну что, поехали. Кастеров строим. Раз и два. Нужна моя помощь? Ай, некрасиво. Да. Сделай. Красота. Кадой нужен молодой. Выбирай сумму. Инву. Шеддер старается. Шеддер таскает лес. Исследование завершено. Есть, Кадой пошел. Я добью сейчас немножко хедхантеров, просто чтобы быстрее лимит получить.
чем могу сказать. Ставлю вард пока сюда, пока сюда, потом сюда через shift. И, наверное, сюда через shift. Три свитка есть. Зол Джин будет отмщен. Бладласт. Вижу андеда. Слушайте, андеда-то я без теариев-то как буду пилить-то? Самонов мы их отдиспелят, только на берсерке в расчет. И здесь тоже андед. Реинфорсмент, а здесь Юлия. Вот Юлию давайте. Юлия Финдом прибегала. Как-то странно. 80 лимита есть? Ёшки матрёшки. А не офигела ли ты, подруга? Куда пойдёшь? Так, вызываем так. Все, что пожелаете. Куда пойдешь, что прикажешь? И сразу нападаем сюда. Куда пойдем? Чем могу помочь? Нас атакуют. Бездинго. Бездинго. Главное сейчас кастеров словить, подходящих. Чего? Кого убить? Он идет защищаться. Чего? Чем могу помочь? Немедленно. Кого убить? Чего? Да. Куда пойдем? Что прикажете? Понял. Бездинго. Куда пойдем? Приступаем. Дело сделано, дело сделано. Приказываю. Ну давай, 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 ну. Кого? Да ладно, давай нападать. Куда? Турена возьмем. Нет, вот этого возьмем. Так, Кадой. Есть молодой, вызываю. Рейдж. Что прикажешь? Еще. ВД, пожалуйста. ВД не хватает. Кого убить? Понимаешь, что выхожу из лимита, у него не доделывают. Почему-то не доделался грейд на Т3. Фаерлорд 5. Можно Soulburn было. Чего? Сначала магаз. Правильное решение. Работаем. Осидочка, Soulburn на Таурена. Что я покупку сниму его? Обманул, обманул. Куда пойдем? Приказываю. Немедленно. Дело сделано. Кого убить? Куда пойдем? Что прикажете? Чем могу помочь? Да, эта армия, конечно, кого страшна. Убить? Гром и молния. Что прикажете? Только вот алхимику не очень хорошо. Куда пойдем? Ну, это ничего страшного. Ну, приказываю. Все, что пожелаете. Архмаг получил левел ап. Это уже здорово. Кого убить? Чем могу помочь? Еще ВД идут. Чего? Куда пойдем? Нас атакуют. Лечимся. Он закапывается. Вардик ставлю тут. Чего? Все отлично. Куда пойдем? Приказывай. Дело сделано. Согласен. Что вам угодно? Лем, осидочка. Сейчас танц работает еще. Прикажете? Добью еще финда. Здесь вниз. И надо будет сейчас убить вот эту вот тему. Что у меня есть? У меня есть пилоч. Мне нужно сделать много-много-много бестиариев. Если понадобится сделать... С удовольствием. Сделаю. Огонь, моя стихия. Фаерлор царский, конечно. Под Бладластом вообще. Это девушка на бас. Нет, это не девушка, уже проверяли. Это не стримерша. Дангл, ты не шаришь. Кого убить? Да. Исследование завершено. Да. Медленно добиваем. Дело сделано. Очень медленно. Армору сделаем. Удовольствие. А, ну да, отлично. Использовал вражеский этот... Вражескую базу, да? Нас атакуют. Исследование. Для прикрытия. Приказываю. Как-то не очень хорошо получилось. Так.
Архмагу нужна вторая аура, а потом третья аура. Джулия отстраивает некрополи. Бестиарии нужны вот как раз, чтобы дестройеров всяких убивать, андедовских. Очень нужны, в хорошем количестве. Сделаю ламбермил, потому что вижу, что проблемы есть с лесом. Ну же, приказывай. Чего? В базе осталось 7 косарей, здесь тоже великолепно. Кого убить? Продавать идет. Не успел. 7 косарей в нычке. И здесь как бы очень рано был убит враг. Чего? И там. Куда пойдем? Что я могу еще хорошего сделать? Ну, кроме там тауренов с грейдами. А, база... Нет, база есть. Что вы желаете? База есть. Почему надо было сразу, конечно, сюда направить кого-то, чтобы акалиты на халяву не добывали? Я думаю, надо убивать хэдхантеров всех. Делать пока что... О, вижу шедром. Делать пару рабов сюда. Соответственно, пару баз ставить сразу же. Возможно, мне хэдхантеры как раз и не нужны. Потому что самонов будет все больше и больше. Элементали огненные, элементали обычные. Может, и... хватит этого. Штурманим у него центральную базу. Что прикажете? Не добил, к сожалению. Надо нон-стоп уже привыкать вызывать элементалей. Это последняя, я думаю, минут 20. А, так а там просто привела. ГГ пишет, Юлия. ГГ. А, тут базы нет. О, кунг-фу. Вот клапы выставил. Кого убить? Давайте убьем хедхантеров. Кота могут на вебке показать, кстати, сейчас, пацаны. Так что будьте готовы ставить смайлик. Так. Чё как? Не видно, она должна в камеру смотреть. Я не вижу, смотрят или нет, но, видимо, смотрят. Так, все, Баса, иди, иди, все. Чего хочешь? Ставлю базу. Ой, тут подходит кто-то. Undead с дестрами. Я не ставлю базу. Я хочу еще баток тогда запилить. Чего хочешь? Хорошо. А это кто вообще по профессии? Смайл, да? Я прилетел. Мне надо, по сути, взрывать только дестров. То есть не нужно перебарщивать с... Чем могу помочь? Выбирай сумму. Вы понимаете, да? С батками не нужно перебарщивать. Мне, по сути, нужно взорвать этих двух-трех дестроеров, которые есть у него в армии. Поехали. Солберн, вызываем. Ой, нет, нет, нет. Правильное решение. Два дестра. Чем могу помочь? Я это... слушаю. А давай выйдем из лимита. Исследование завершено. Ну что, финтов мало у него. Приказывай. Ты начальник, как скажешь. Он телепортируется будет. Это уже и ежу понятно. А нет, не будет. Как скажешь, начальник. Я прилетел. Ну же, приказывай. Приказывай. Ой. Что будем жечь? Батки не готовы. Надо телепортироваться. Батки все равно здесь.
Круто. Взорвутся. Алхимика потерял. Алхимика лучше сразу возьму в этом. Чё, командир, чё такое? Как скажешь, на таверне. Я прилетел. Архмаг со второй аурой, естественно. Алхимика выкупили. Так, кот беснуется. Че такое? Что вам угодно? Но. Че он так нагло себя ведет, я не пойму. Я прилетел. Что будем жечь? Я не понял. Как скажешь. Солберн, так, я так, это... так, так. Слушай, рейдж, так. Нас атакуют. Че такое? Чем могу помочь? Остепка. Я это... Слушаю. Без опять баткин, блин, баткин. Что будем жечь? Че, командир? Надо, короче, брать этого. Дыку надо забрать. Не успеем. Плохо. Очень плохо. Во-первых, не хватает мне парочки... Вообще парочки тауринов мне не хватает. Вот так вот. От души. Пока или мы еще не повсюду. Туринов очень не хватает. С кастерами, допустим, уже все будет ок. Хватит. Мейн скоро закончится. Сюда пару рабов. Грейд нужны. Леса не хватает. Может сюда? Нет, это тоже немного. Беру инвул. Попробую сбегать в центр, посмотреть, что там по девайсам. Ну же, приказывайте. Свиток готов. Чем могу помочь? Что такое? Надо повзрывать его заранее. Так что нужно сделать? Что будем? Если есть возможность, сейчас просто пойти повзрывать его. Кадоэ и сделать одного. Инвул большой вижу. Че такое? А можно ему просто, да, просто шахту побить. Почему нет? Он заказывает дистроф. А, тележку? Очень интересно. Ну, я слежу за... Он возвращается. Окей. Вообще проверить надо еще его центральную базу, которой нет. Значит, периферийные там у него работают. Дерева не хватает. Появилось дерево. Работаем. Чем могу помочь? Да. Не, надо подождать, когда он снова закажет. Вот, чтобы сразу... атаковать, и он может не успеть отменить. Но исследование завершено. Ну, как бы минус 250, минус 250. Приятно, правда ведь? Я это... слушаю. Как скажешь, вообще, конечно, повзрывал его. Нас уже там. Золотой рудник. Чё такое? Нет, пробуем. Ты начальник. Как скажешь. Круто. А, почему нет? Чё, командир? Двух только потерял. Понял. А но тут сразу ЛМ тебе... Я могу дозаказаться, что, собственно, и делаю. Че надо, хозяин? Привожу рабочих сюда. Чего хочешь? Сюда. Чем могу помочь? Вызываем раз, вызываем два. Главное, дестры, чтобы... Турен только-только идет. Я прилетел. Чем золотой ручник обрушился. Один Митвеган подрезал. Тестинка. Чем могу помочь?
Ну же, приказ. Следующая пошла, я жду, когда будут. Будут дистры. Светок пошел. Дестройеров пока нет. Стан сработал, убиваю деку. А следочка третья пошла. Что будем жечь? И сразу же сюда полетел. Угу, чего хочешь? Беру Торина. Ставлю здесь базу. Ставлю здесь базу. Че такое? Убиваю здесь. А тут нет у него нычки. Ну и отлично. Ну и замечательно. Осталось нам доделать грейды 3-3 на тауренов. Я это... Чем слушай? Поставить варды в ключевых местах. Трушот надо взять обязательно. Что трушот даст и элемам, и кастерам... Что будем жечь? Солидно так урона. Чё ну такое? И, в общем-то, двум рейнджовым героям. Сделал, да и кажется, трушот работает на алхимика. Да. Когда он по воздуху атакует, поэтому... Девайс-то хороший. Чё такое? Так. Чё, командир? Бас здесь нет. По центру двух это хорошо. Но... Я продвигаюсь вперед. Кто вам угодно? Вызываю, вызываю. Начальник, как скажешь. И, судя по всему, буду поддавливать. Что будем? А, это его нычка. Это не его база, это его нычка вообще. Мейн-то у него наверху. Чем могу помочь? Я это... Слушаю. Так что не зря я сюда зашел. Главное, чтобы он не стелепортировался сюда. Это, кстати, у него, возможно, последний добывающий. Он ее продает. Слушаю. Натурал-то должен был уже закончиться. Но... Правильно. Что будем жечь? Проверим сейчас. Да, вот он выходит в центральную базу. Я это... Ну же, приказываю. Беру жезл иллюзий. Кстати, может помочь. Превосходно. Архмаг здоровый такой. Второй элементаль меньше архмага. Нужна моя архмаг помощь. Чисто для себя крепится. Для души. Чем могу помочь? Элем справится. Здесь ждем, когда будет старт строительства. Беру свиток. Что такое? Я вижу, что здесь он был. Как скажешь. Он здесь был. Без проблем. Чем могу? Беру свиток раз. Но. Может, на мейн к нему, а? Нас атакуют. Что вам угодно? Взять и на мейн прийти. Так, делаю иллюзии. Чтобы освободить лимит. Ой, чтобы освободить слот. И взять еще. И уменьшить вероятность того, что он меня будет... Херокилить. И приходим к нему на мейн. А есть у нас таурен один. Нас смайл ждет. Вард ТЕ. Много финдов. Слушаю. Он готовится. Что будем жечь? Поехали, чё? Но... Я это... Слушаю. Чё, командир? Орда победит! Ты начальник, как скажешь. Ловит сеточкой. Я это... Слушаю. Я вызываю лемов. Чем могу помочь? Да. Круто! Главное... Приступаю. Это плохо уже. Золотой рудник обрушился. Не уйдешь. Я заказываю кастеров. Селберн. Что такое? Да, может, ультанем тогда просто вот так вот. Рейдж, осидочка. Золотой рудник обрушился. Хорошо, ульта пошла. Правда, Селберн тут же. Чем могу помочь? Я это... Слушай. Таурен упал. Нужна моя помощь. Так, и алхимик падает. Я телепортируюсь. И резурект еще. Хорош. Но мне, получается, не нужны бабки.
Мне нужно сделать побольше тауренов, чтобы всю эту тему собрать. Здесь переходим на базу. Кажется, Шреддер сачкует. Очень плохо. Прикажу. Я это... слушаю. Беру ТП. Он должен выдвигаться. Алхимика я не могу по-другому. Ну, кроме как... У нее есть возможность, кстати, дестров поднять. Парочку, по крайней мере, есть. Окей, беру свиток. Архмаг почти пятый. Ничего не пошло. Пал четвертый, это свиток резуректа был. Ну, тогда таурены, кастеры и все. И проломим. Может быть, и не стоит проламывать, просто потому, что у него, скорее всего, нет... Нет, у него базы. А если это так, то пусть сидит себе. Нужна древесина. Я не против. Архмаг пятый переварил кодой. Финда. Теперь маны будет очень много. Я это. Тележку можно подрезать. Тихо-тихо-тихо, это не та разведка, которая. Что будем жечь? Ладно, проверю просто сверху и все. И третий таурен, наверное. Хотя зачем третий таурен? Так-то справимся. Серьезно, справимся. Тут квест. Соответственно, надо проверить, есть ли у Смайла база по центру, что маловероятно. Сбегать может сюда архмагом. Здесь нужна лавка. Нужно еще, наверное. Чего хочешь? Так, архмаг, что можно взять? Инфернала можно взять. Вот это лучше, чем. Ну, чем что бы то ни было. И резурект еще. Вот и все. И вот теперь уже можем приходить к нему абсолютно спокойно. Мейн, не мейн. Да, тут квест, видите, стоит. То есть сейчас идем убивать Смайла, добивать, так скажем. Можно еще парочку спиритволкеров, ой, да, спиритволкеров, братрумов, короче говоря, сделать. Ну же, приказывай. Чем могу помочь? Рабочий тут потихонечку начинает пилить вышки, но это так. Далекое-далекое будущее. Есть два таурена, есть кадо, есть кастеры. Что вам угодно? Да. Тут рабочих надо потихонечку. А, нет, иди лучше сюда. Там скоро рабы. Опа, тут перебор. Иди сюда. Квест ливнул. Это же квест был. Чем могу помочь? Что, его Смайл, что ли, убил? Приступаю. Ладно, вызываем. Спамим нон-стоп, просто нон-стоп. Здесь база пошла. Везде стафы. Чем могу помочь? Чего хочешь? Сделай. За ТП вы последите. Мне кажется, он почему-то сзади подойдет. Ну же, приказывай. Главное не забыть сделать инфернал. Будет инфернал, будет замечательным. Пару вардов здесь поставим еще. Чем могу помочь? Не жалеем ману. Не зря архмагом. Ну, смотрите, как мана регенится. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Убиваем Смайлу Мейн. Видимо, он не собирается. Но точно уже не успеет сюда прийти, чтобы защититься. А, тут перебор по рабам. По крайней мере, один-то точно лишний. Надо их постепенно всех в центр уводить. А потом уже убивать лишних. А лишние будут. Смайл улыбается. Здесь вот точно лишний рабочий. Дело сделано. Дело сделано. Чего хочешь? Да. Нужна моя помощь? Давайте попробуем сделать разведку на
на центральную вторую и вот-вот левую верхнюю. Если она не квестовская, то вопрос, чья она. Что такое количество вышек вынести, это надо постараться. Ну, видимо, это старая разведка. И эти вышки уже были довольно давно. Мудрые слова. Так, убили у Смайла мейн. Здесь, кстати, здесь может быть его база все еще. В центре никого. Делаю вышку. Бегает Бейкон Эри. Да ладно. Это поворот. Чего хочешь? Дело сделано. А база тоже Бейкон Эривская. Здесь тоже никого нет. У-у-у. Reinforcement Бейкон Эри Смайл. Это поворот. То есть я тут самый жирный вообще. Смайл пишет ГГ. Остается Reinforcement и Бейкон Эри. Я, пожалуй, выйду из лимита. Reinforcement. Девятый козел. Ой-ой-ой-ой-ой. Это круто. Ну, если там козел девятый, представляете, что там еще может быть? Жуть. Ну же, приказывай. Он просто свои здания убивает. Смайл. Так, ну ладно, козлы это не страшно. Чего козлы нам сделают, правильно? Чем могу помочь? Во сне. Дело сделано. Понял. Дело сделано. А вот то, что у меня там банши, ну хотя банши тоже, диспл есть. ДК седьмой. Наш город напали. Тинкер седьмой. Ну я предлагаю сходить в атаку. Инфернал есть, закупка есть. Анти-эйр тоже есть, ну то есть если он поднимет просто бой бравых своих дестройеров. А без дестройеров ему сложно будет справиться, я полагаю. У него маленький лимит. Слышь, у тебя лимит маленький. Поехали. Нестров поднимает. Рейдж, Сидочка. Ну поехали. Взрываем. Линк. Т. В. Алхимик умирает, естественно. Так, инфернал, давай закинем сюда. Алхимик был слишком молод, конечно. Приходит еще кто-то. Орк приходит. Сжигает меня полностью. Я отступаю. Что будем жечь? Потому что как бы как быть? Пытаюсь взорваться вражеских баток. Взрываюсь. Убиваю базу этому. Золотой рудник обрушился. Алхимик выходит. Рабочий переходит сюда. Нас атакуют. Один идет сюда. Ой, все. Отлично. Ну же, приказывай. Приказываю. Можно вот этого забрать? Вот это, просто забрать деку. Понял. Пожалуйста. А, у него... Понятно. Что вам угодно. А резурект есть? Правильно. Не, надо телепортироваться, пацаны. Там дестройеров много, а я пустой. Золотой рудник. А так ничего не потерял. Здесь закончились тоже денежки. Рабочих на убой. Инфосоточка. Беру ТП. Еще один хилин вард. Под одним не греется, не тепло, да? Reinforcement под там Unholy Frenzy, всякой разной темой. Но кажется, у него проблемы с... Во-первых, можно прийти к нему на мейн. А можно просто убить ему последнюю добывающую его базу. Scroll Free Store вижу. Беру сразу же. Что вам угодно? Нахожусь еще рядом. Я прилетел. Слушаю. Им надо из лимита выходить. Хотя, а кем?
кем? Опять батками? Да. В общем-то, да, батками давай. Чем могу помочь? И парочку еще одного ВД делаем. Да. Важнее, какие девайсы продаются. Но будет еще инфернальчик какой-нибудь? Будет? Чем могу другое дело. Вызываем, да, подходим. Алхимик бежит. Где это изи? Извините, у меня лимит. Так, дождусь баток. Не зря ж я тут. Чем могу помочь? Ладно, не будем дождаться. Т, В, вызываем раз. Б. Чем могу помочь? Так, главное алхимика не отдать так просто. Не-не-не, только не атакуй меня, пожалуйста. Ты очень силен. Че, поехали? Без проблем. Так, так, так. Осидочка. Раз, два, раз, два, три. Работаем, едим, едим, работаем. Таурен упал. Таурен резуректим. Нет, взрываем дистра еще одного. Продаем кого-нибудь подороже. Дистра и продаем. Что будем жечь? Еще бы вот сюда, вот еще здесь, вот так вот. В. О, он хочет этого убить. Удар молнии. Умер. Массовый ТП. Инсинерейт. Кадоя воскресить. Воскресить пару тауренов. Рестор пошел. Так, так, так. Спиритлинг. Что вам угодно? Блин, опять не хватает. Давай, резурект. Ой. Да я хочу дистров ручками побить. Но вот ручками не получается, не телепортироваться. Да будет. Давай дестройеру подадим. У него хороший герой, очень хороший. Я прилетел. Прям умеют. Что такое? Немедленно. Ставлю хил, добываю лес. Денег, вагон. Убиваю еще 5 рабов, это 1,5 батки. Не понял. Ясно, тут я и Канери зашел. 6, 5. Что плохо. Будем жечь? Знахаря вызывали? Что такое? Это плохо. Что будем жечь? Надеюсь, он сюда подойдет. Да, вот это шанс, кстати, мне. Но... Раз, два, три, четыре, пять. Все, 5. Ровно 5. Цифра 5. Начальник, как сказать, уже там. И дозаказываем новых. Беру кастеров. Я это... Слушаю. Не, Андре, это дело. Еще. Круто. Я без ТП беру лучше 2 ТП. Чем могу помочь? Десятый козел с коронами, со всей лабудой. И нычка у него работает. Второй кадой мне зачем-то. Таурены нужны. Таурены я потерял одного. Ладно, телепортируюсь сюда просто. Как же... Ну, у меня есть массовый ТП для начала, да? Есть? Есть. Что я могу сделать? Дай. Не офигел ли ты? Чем могу помочь? Что такое? Я и Канери наглый. Что будем жечь? Убил мне, во-первых, магазин. Справа может базы добывать, надо проверить. Чем могу помочь? И вот сейчас просто я реинфорсмента оставил. И это может мне боком выйти. То есть, если он лимит-то сделает, у меня больше не будет такого преимущества. Герой-то у него круче. По крайней мере, по уровню. Что будем жечь? Реинфорсмент здесь. Я, командир. Тут 4 косаря в базе. Чем могу помочь? Я это...
Слушай. Если же добычи нет. Три косаря. Уже там. Я слышал зов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну же, приказывай. Попробую затариться. Есть ли там что вообще? Нет ничего. А, Аши и доходят. Немедленно. Ходит, бродит Шейда. На патруле. Я бы подождал. Немножко подождал. Слушайте, ситуация не очень хорошая. Лимита у нее немного, но, во-первых, есть еще орк. Приказываю. И непонятно. Непонятно, сколько его. То есть, если у нее, например, верхняя база. Их-то двое осталось, да? Двое. А, вон, деда вторая база есть. Он только ее ставит. Форсмент ставит. У меня времени мало, ребят. У меня очень мало времени. Выхожу из лимита. И теми, и другими, и третьими. А где ж там нет этого? В первом мне, да, кадоем. Понял. Как скажешь, начальник. Без проблем. Ладно, поехали. Продаю вермак. Жду хороших девайсов. Чем могу помочь? Правильно. Блин, его много. Но. Уже там. А у меня подкрепа только-только идет. Че, командир? Приказывай. Круто. Ладно, поехали. Что будем жечь? Не, не поехали. Понял. Че, командир? Что чем будем могу помочь? Немедленно. Я это... Слушай. Раз, два, с рейдж. Продаем. Еще взрываем. Осидочку сюда. Солберн. Блин, все хреново. Да хреново просто. Тинкер, правда, падает у него. А мне алхимик сейчас упадет. Что вам угодно. Падает алхимик. Правильный. А дестры нужны. У меня дестры так отжираются. На моих самонах, на моем бладласте. Что тебя беспокоит? Я враги. Поэтому я жду. Проблема! Ну же, приказывай. За вождь. Чем могу чем служить? Помочь? Моя стихия. Да. Че такое? Чем могу помочь? Так. Слушаю. Ключевое, ключевое. Это дестры. Дестры. Вам нужна моя помощь. Попробуем. Раз, два, три, раз, два, три. Да, бабки отдаются, как всегда. Круто. Я это... Слушаю. Жалко, алхимика нет. Чем могу помочь? Он бы мне помог. Ладно, есть небольшой запас по ресурсам. Теоретически я могу... Так, давай-ка вот так вот так вот сделаем. Я же могу? Не, не могу. Чё, командир? Уже там. Приказывай. Я слышал зов. Перебор по шаманам. Алхимик потихонечку идет. Может взять еще вот такого вот товарища. Я не помню, диспелится он или нет. Так, так и так. Побежал. Ой, хорош. Вот Бьяй Канери пользуется случаем. Я это... Приказываю. Правильное решение.
и ставит базу. Тут транквилла. Что взорвать? Может, инвул взять? Место кольца плюс 2. Вообще, какой-нибудь рестор бы попер. Я это, командир. Слушаю. Полечу пока батками. О, корона короли. Чем могу Моя помочь? Первая корона называется. Да, инвул нужен. Не хочу я давать две базы, там 10к, Карл. Понимаю, что сейчас гораздо важнее тот факт, что... Что у Undead две центральные базы. Ну, это... Что будем жечь? Я это... Слушаю. Чё, командир? Да, там дестройеров будет вагон. Чего сделал? Чего хочешь? Ставлю базу здесь. Ну. Давай. Чё, командир? Чё такое? Не уйдёшь. Инфернал нужен. Как скажешь. Есть еще одна корона. Пожалуй, возьму... Возьму даже алхимика мне. Корону эту. Не, архмагом возьму. Батки здесь. Вызываем раз, вызываем два. Чем могу помочь? Так, орк идет. Нет, пионы просто идут. Атакую, так, продаю одного дестра. Я это... Слушаю. Ой, архмагу плохо. Ой, архмагу плохо. Все, архмаг минус. Я телепортируюсь нафиг. Надо. Надо взорваться, взорваться, взорваться. Просто попробовать. Вообще не взорвался. Нисколько не взорвался. Без проблем. Потерял АЭМа. Очень важного. Героя. При этом бабла у меня нет. Уже там. Ну, армия это на... В смысле, мана накоплена. Что будем рейч? Ладно, поехали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Осидочка, рейдж, Т, Е. Так, так. Да, вот сейчас этот умрет. Транквиллу надо юзать. Здесь диспелим. Я стомп делаем. Еще осидочка. Давай продадим. Так, еще стомп. Там надо вообще по КД стомп делать. Чуть назад. Чем могу помочь? По КД стомп. Осидочка. Стомп. Давай, продай. Нет, не продаст уже. Хорошо. Не добил я. Чем могу помочь? Алхимика. Здесь рабочие. В атаке. Девятый. Дождь, моя стихия. В чак, это Урен там не умер у нас? Умер. Что нужно? Еще одного Таурена хочу. Приказ. Вообще, мне мало кто умер, на самом деле. Только баток я отдал. Дело сделал. Отменю Таурена. Не буду выходить из лимита, что бабла нет. Никакого запаса нет. Надо найти еще где-то бесхозных рабочих. Попробовать, возможно, убить. Чем могу помочь? Убить пару шаманов. Архмаг готов. Телепортируется сразу сюда. Мне нужен ТП, нужны свитки. Ну и, конечно же, нужны батки, к сожалению. А точно батки? Вот этого еще надо убить. Да и одного... Одного с... Одного ВД можно убить. Он тоже тут особо... Нет, нормально. Здравствуй. Свиток раз, я свиток два. Я это... Подходим, видим корону королей. Покупаем, продаем. Бабла нет. А, но, возможно, возможно... Что будем? Немедленно. Вам нужна помощь. Две базы. Можно попробовать побегать, инвул есть.
продавать ему вермов, дестроеров, да что угодно попродавать. Все в плюс будет. Единственное, что я нифига не вижу ночью. Чем могу помочь? И это печально. Разбегусь, поставлю варды. Есть инфернал, надо ждать. Тут еще пару рабов, чтобы процесс шел. Проверю базу тут. Вижу, продам сейчас. Продал, отлично. Ну, Нейнвул. Он будет преследовать, скорее всего. Ну, он, по крайней мере, ультует тинкером. Баток мало. Некросы идут. Ладно, некросы это ладно. Мы их... Мы с ними должны справиться. Приказывай. Я это... Да. Слушаю. Как скажешь, начальник. Приказывай. Чёрт, командир. Без проблем. Я пытаюсь из лимита выйти. Продаю еще одного дестроера. Надо сплетануться, наверное. Немедленно. Тут ничего в продаже не появилось. Нет, надо телепортироваться, пацаны. Там еще орк нападает сверху. Ну и ясно, конечно. Конечно. Конечно, лучше просто, лучше. Все, жмемся рядом с вышками. Ну, орка там тоже лимит. Убивает мне эту базу. Что нужно? А мне еще грейды не все на тауренов. Че такое? Что будем жечь? Тут вроде как добыча идет, по центру тоже добыча идет, но тут, наверное, надо уже разводить, типа, пытаться. Брать ТП. Приходить. Я прилетел. Застрял. Можно было делать резуректа, кстати. Жук пятый, шестой. Ну чушь, ради экспы только это брать, но я рискую. Там у Андеда, понимаете, у Андеда две центральные базы. Но две центральные базы. Приказ. Слушаю. Нас атакуют. Это чушь, на самом деле. Ну вот, просто ничто. Но если я даже хоть немножко потеряю на орке, хоть чуточку потеряю на орке, Undead меня и так сейчас особо не прощает. То есть встреча по центру приводит к тому, что... Приказывай. Так вот, таурен, кстати, можно воскресить. Что тебя беспокоит? Что случилось? Я понимаю, что будет апкип, все дела. Да, ну что? Вот сейчас уже и не будет апкип. Продаем. Не продаем. Опасно так ходить, опасно. Так, орк здесь. Орк не страшен. Буду следить. Пойду к Undead. Вижу Шейду. Чем могу помочь? Нужна моя помощь? Поехали. Начальник, как скажешь. Сразу ультуем. На пофиг. А, он уже телепортируется. Ладно, я делаю ТП. Массовый. Надо попробовать успеть продать. Не-не-не-не-нет. Две бабки не улетят, кажется. Ну, где ты? Где ты? Чем могу помочь? Слушай. Продал не дестроера. Че такое? А этого я не знаю. Я это. Агрить ли орка или не агрить? Наверное, нет. Надо сидеть, улыбаться здесь. Подходить.
продавать. Можно, конечно, проверить две базы справа у Аркан, но... Что-то мне кажется, что за них не стоит уже сражаться. Алтарь хочу убить. Что будем? Хочу убить алтарь. Продаю одного там. Не, не продаю. Слушайте, а может у него ТП нет? Да, похоже на то. Продаю тогда. Раз, два, три, раз, два, три. И массовый ТП. Кого-то я оставил там, кажется. Да, молодец. Минус алхимик. Там еще крипл. Так, провал. Ну, не поместился алхимик. Вроде как нужно резуректить, но я могу на этом резуректе просто отдаться. Леса нет. Слушаю. Леса нет, леса нет. Это будет финда, может, убить. У него алтаря нет, не забываем. Чем могу помочь? Я слушаю. Я слушаю. Блин, ну это капец, конечно. Неужели я тут отдамся так? Что вам угодно? Не должен. Чем могу помочь? Может, отдамся? Я это... Слушаю. Может, что отдамся? Но... Ой, Animate Dead сейчас был. Что вам угодно? Архмага бьют. Будет исполнено. Согласен. Ой, там инфернал. Тут уже нет возможности что-то сделать. Я просто телепортируюсь на мейн. На 40, блин, двух кита. Приходит сзади орк. Сжигает андедом. Это интереснее. Так, и он ливнул. То есть остался орк. Хорошим лимитом, который сейчас получает массу бабла. Я попробую уйти. Чего хочешь? Попробую уйти. Надо вспомнить сейчас о... А он может меня чем-то цеплять? Только импейл. Ладно, пофиг, надо продавать. Иначе я не справлюсь. Беру ТП. А, Шедр здесь отдался. Понятно. Чего хочешь? И собираем лес. Да. Делаем несколько шам... Нет, я не уверен, что надо делать шаманов нескольких. Надо где-то базы ставить. А где, непонятно. Продам Таурена. У него дофига лимита, конечно. Промахнулся. Ладно, Bloodlust. Че надо, хозяин? Мне тут только халява спасет какая-нибудь. Так, тут халява не пройдет. Чем могу помочь? Что вам угодно. Да будет так. Превосходно. Да? Так, добью лучше. Фух. Надо бегать постоянно, продавать ему. Капец. Поехали. Не хватает маны. Так, а давай-ка мы массовый чё телепорт. Чё я торможу-то? Ну же, давай-ка сюда. Знахаря вызывали. Чё я торможу? Я же могу ему все базы, ну, просто убить. Так, тут продаем кадоем. Чего хочешь? Тут
Телепортируемся просто. Что вам угодно. Просто телепортируемся. Ой, плохо. Бери инвул. Побежал, побежал, побежал. Под инвулом. Под инвулом тоже не удастся. Не хватает маны. Все. Это конец алхимику. Че надо, хозяин? Достигну. Наш герой мертв. Чего хочешь? Иду сюда рабочим, пытаюсь установить алхимика. Что вам угодно? Огонь. Чем могу помочь? Беру одного Че раба. Надо, пытаюсь поставить тут базу. Он докачал, ну тут 10к, на самом деле, 10к, ребят. На наш город напали. Алхимик не успеет выйти. Что я могу? Чего поставить хочешь? Алтарь ты, типа, можешь? С удовольствием. Сражаться ты здесь, типа, можешь. Ладно, давай, последний бой, он трудный самый. Ой, что-то не все телепортировались. Ну же, приказывай. Наш город напали. Красавцы. Приказ. Нужна моя помощь. Так, я отступаю. Надо заткнуть этого и телепортироваться к этим. Чтобы хоть что-то получилось. Героя нет. Алтарь здесь надо пилить. Можно попробовать отменить ему эту базу. Чем могу помочь? Что вам угодно? Или спровоцировать как-то. Что надо, хозяин? Ну и вот тупо чего много. Сражаться до появления алхимика я не могу. Сразу убиваем. Ставим. Идем на последнюю выдобывающую. Мне еще может не хватить сапплаев. И скорее всего не хватит. То есть нужно сейчас очень быстро заказать героям. Иначе пиши пропалом. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Сразу делать ТП. А уже лимита нет. Я не успел. Чуть-чуть не успел. А, он телепортироваться нет, казалось. На наш город напали. Так, можно попробовать вот здесь посражаться, если он полезет, даже без второго героя. Ну же, приказывай. А он какой? Он оранжевый, я даже не знаю, где он находится. Правильное решение. Наш город напали. Боро где? Боро где? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он, Боро. Его уже не хватает. Дело сделано. И денег не хватает. Чего хочешь? Перевожу сюда рабов. Напали. Моя стихия. Приказывай. Сюда я телепортируюсь на всякий случай. Понял. Опять же, не все успели телепортироваться. Вижу его здесь, вижу, он идет на базу. У него 80 лимита. У меня не все герои. Надо попробовать продать девайс, чтобы тупо алхимика... А, есть. Есть, есть, есть. Он меня с собой видит. Он меня видит совой. Ну же, приказывайте. А, он сюда идет. Сражаться, не сражаться, давай сражаться. Приказываю. Не всеми опять телепортировался. Да. Чем могу помочь? И это ошибка грубая. Застряли все. Приказываю. Я телепортируюсь тогда вот куда-нибудь сюда, наверное. А некуда телепортироваться. Там ультует жук. Часть идет неправильно. Надо отсюда валить. Что вам угодно? Надо телепортироваться сюда. Че надо, хозяин? Заказывать героя только не в этой, а вот здесь вот.
нужно золото. Дело сделано. Да. Че надо? Не успею. Не успею, не успею, не успею. Он сейчас пойдет. Чем могу помочь? И я уже буду. Нужно золото. Хотя если мне удастся. Ладно, заказываю героям. Да там тренгер, смотрите. Инфернал есть в продаже, но я могу выиграть, знаете, со временем. То есть продавая, продавая у него юнитов. Или если у меня там будет база работать, или... Но так как сейчас, я не выигрываю никак. Подождите, если только через героев. У него есть ТП? ТП есть. Плохо. Так, убью я ему алтарь тогда лучше сразу же. Что вам угодно? Приказываю. Ну же, приказывай. Давай ультанем. Так, правильно. Что тебя беспокоит? Ну же, приказывайте. Так. Что вам угодно? Как не крути. Хочешь? Нужна моя помощь? Нас атакуют. Он сейчас убивает последнюю базу, вот эту вот верхнюю. А я типа должен за нее сражаться. Даже без алхимика я должен за нее сражаться. Стою за базу, ставлю варды. Вызываю как могу. Там флеймстрайки и всякая хрень. Ой, он заметил строящегося героя. Ну, идет сюда. Да. Моя стихия. Нужна моя помощь? Чё надо, хозяин? Чем могу помочь? Что вам угодно? Немедленно. Так. Приказываю. Достигну. Да. Раз, два. Правильный. Превосходно. Бежит, бежит. Ну же, приказывайте. Чего желаете? Нужна моя помощь? Там старфол, как вы видите. Приказывайте. Это не самое страшное еще. Жизнь. Да. Приходит. Да. Алхимик. Так. Он начинает бить. Нещадно. Он не уйдет. Хотя под рейджем. Вроде как-то уходит. Ой, тут там страйк еще. Алхимик, ты не в первой группе. Во славу Орды. Чего хочешь? Мне преследует. Нас атакуют. Не хватает маны. Так, что я могу? Что я могу? Что я могу? Что я могу? Есть у меня рабочий вообще? Жизнь и нету рабочих. Ну же, приказывайте. Он идет на последнюю точку. Элиминейтить. Чем могу помочь? 800 осталось. Может, инфернал зарешает? Давай-ка по-быстрому сюда. Мне все равно делать нечего. Рабочего я не построю, надо хоть как-то деньги потратить. Три последних здания. Если у нее добычи нет, то это может подрешать. Беру инфернала. Что вам угодно? Чем могу помочь? Делаю телепорт сюда. Последнему боросу. Вызываю раз, вызываю два. Раз, два. Продаю таурена. Рейдж, осидочка. Инфернал сюда пошел. Диспол, диспол, диспол. Рейдж Фаерлорда бьют. Блин, Фаерлорда не уследил. Хотя он такой, что хрен за ним уследишь. Фаерлорд падает. А все-таки сюда. Диспол, диспол, диспол. Архмага бьют. Химика бьют. Пошла. Последний Бору. Нужна моя помощь? Чем могу помочь? Он разваливается вроде. Он сейчас будет бить последнего. Приказываю. Нет. Да, не хватает.
Станы. Да ладно. О, да, детка. Это круче, чем оргазм просто. Капец. Вот эта игра. Warcraft, конечно, гениальная игра. У меня нет слов. Просто нет слов. Зарешала все вплоть до последнего инфернала.